сколько сейчас учеников школы? 27 человек. 27? И 12 детей в детском саду. Мы зашли в детский садик, там такая разновозрастная группа, нам рассказывали, да? Да. Это же тяжело, как это, от двух до... Вы знаете, я тоже сначала думала, что тяжело, а потом оказалось, что дети, которые растут вот в этой разновозрастной группе, они очень быстро обучаются. Это как в большой семье, когда младшие учатся, и поэтому они намного быстрее. Вы очень красиво сказали, одна семья, у вас там вся школа такая, не только детский сад. Это на самом деле так. Вы знаете каждого ребенка. Школа как одна семья. К нам из Надыма приезжал мальчик. Школа там довольно большая, больше 1000 человек, там огромная просто школа. И когда они привезли его сюда, и когда дедушка увидел, что старшеклассники здороваются с этим ребенком за руку, то есть девятиклассники с пятиклассником, он вообще был в таком восторге. То есть 5 человек – это у нас самые большие классы. Естественно, так индивидуальное обучение у нас получается. Поэтому они из города попадают к нам ребенок, он вообще в шоке находится, потому что ну, в городе, понятно, 30 человек. Его спросят, если раз в месяц, и то хорошо. Каждый день по несколько раз в доске вызывают. Когда они приезжают просто к нам, они в таком удивлении, как будто «Я уже сегодня был у доски!» Ты 5 раз будешь сегодня за урок у доски. Часто бывает, дети, конечно, бывают, но я хочу сказать, все равно дети сельские, они, как сказать, более добрые, наверное, более такие, не знаю, они все равно не такие, как городские, они более человечные такие, не такие, да. Интересно, вот у вас в Осиновке получается как намазано чем. Вот вы третий педагог, который говорит, а вот ни за что меня вот отсюда не вымыться, а что такое в Осиновке здесь? Что не вас знаю. Не вымыться отсюда? Это в Сосновом Сланце есть такая, там у них карта, хранительница Самарской Луки. Ну, посмотрите, вот, найдите ее на карте. Я вам смотрю, думаю, вот же она. И уже потом присмотрелась, она в Осиновке оказывается. Вот я Осиновка, вот эта хранительница Самарской Луки, то есть она вот как раз в Осиновке находится. То есть хранительница, оказывается, вас держит. Наверное. А может быть семья, там, мужья? Ну, семья, это конечно. Это, а вот это... куда ездите? А у нас здесь. Здесь вот. Малая Швейцария. На той стороне Волги, не тронутые. То есть никуда не ездите, да? Нет, никуда. Мы летом у нас друзья из Тольятти. Из Тольятти, из Самары, из Сызрани, они к нам приезжают сюда, в Осиновку. Они весь год ждут лета, чтобы приехать в Осиновку. И здесь мы ездим на тот берег Волги, там такие бетонные.